Челябинской области готовится отметить крещение Господне. Борис Дубровский потребовал усилить безопасность на южноуральских купелях, установить в ночь на 19 января теплые палатки и организовать дежурство медиков. Поручение касается руководителей всех городов и районов. По традиции многие поедут на озера, реки, к прорубям. Надо обратить внимание на эти вопросы. Традиционно врачи, места для обогрева, охрана общественного порядка. Все должно пройти без эксцессов в соответствии с православными традициями.